Мы в эфире. Вадим, говорят, счастливое число Кенни – это двойка. А у его соперника есть счастливое число? Как сказать? Думаю, счастливое число Дениса – 0-1. Я думаю, Гарниер готов приложить двойные усилия для победы. А я думаю, как сказать, Смолдарёву удастся потушить его пыл. О, что ж, скоро узнаем! О, а давай еще мигалку включим!